уже дуэтные отношения. Значит, мальчик и девочка. Ну, вот это еще, конечно, для них это все ново, потому что это взаимоотношения. И мальчик, и девочка, они, сами понимаете, это не партнеры, партнерши и так далее. И тут уже должны быть какие-то уже такие особенности. Вот насколько нам это удалось, иногда у ребят это очень хорошо получается, иногда, ну, потом, как сегодня. Стали в номере называется Комаринская. В русском плане наш жанр пробуем. Он тоже, кстати, очень ложится. У нас тоже есть номера в театре, которые вообще называются, такой блок называется «Городской роман». Там вот это все происходит на таком рафинированном русском плане. То есть в городском плане. Стиле, вернее. Готово, да?